Дорогие наши друзья, всем привет на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы покажем вам нашу жизнь. Мы покажем вам небольшой обзор нашего огорода. Также расскажем, что у нас за поломка случилась и какие гости посетили нас. Также расскажем вам, что нового происходит на наших каналах. Оставайтесь с нами. Друзья, всем привет! Привет! Да, наконец-то я дома, рядышком с Лидочкой. Мы решили с ней прогуляться немножко, порадоваться хорошей погоде. Кики! Эй, привет! Ты устала? Эти холёсенькие. Привет, привет, привет! Что вы ее тут выгуливаете? Не-не-не, пусть здесь играет. Мы вам покажем немножко наш огородик. Кстати, яблонька, собственно, видно были одни руки. Еще разок. Ой, как она показала яблоньки. Кстати, яблоки очень хорошо цветут в этом году. Если их хорошо пылили и все нормально, значит, они нам принесут немножко яблочек. Мы в прошлом году собирали такие, наверное, были штуки 3-4. У нас целый ряд, да? Это все черная смородина. Да, черная смородина. Спасибо, Галя дала нам. Да. И мы выкопали. Вот она хорошо у нас тоже процвела в этом году, так что на работу черная смородина. Ну, да, говорят, полезная очень черная смородина. Уже листья насушили черной смородины, так что будем уже чай пить. Лидочка здесь все сушит, и даже корешки одуванчиков она. Да. Все, что растет, она может применить. Ты с дуба ничего не пробовала сделать? Ну там эти растут, как их? Желуди. Там желуди. Скоро я буду приезжать, есть желуди дома. Хорошо, идем к огороду теперь, да? У нас вишня обыкновенная, которая вырастает большим деревом, на которой растут большие вишни. А смотри, как она цветет в этом году. Ага. Смотрите, как она цветет, я поближе даже поведу. Уже отцвела она, но очень много этого. Да, было очень много. Если завяжется плод, то будет много. Так, а за нашей спиной сейчас основной наш огород. Здесь вот три ряда. Это у нас что идет? 1, 2, 3. Это три ряда клубники. Да, три ряда клубники. Там помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки. Ну, в общем, жизнь деревенская. Такое дело приятное. Вышел на огородик, да? Дальше. Это у нас черника. Это у нас черника. Голубика, черника, да? Да. Вот. Ну ладно, Лидочка, скажи всем доброе слово. Ты умеешь говорить доброе слово. Тихо. Спасибо, что вы смотрели это видео и посмотрели на наш огород. И на нас, Лидочки. В общем, нам здесь раздолье. Слава Богу за удовольствие. Можно сядем поесть. Можно лодочки покататься. Знаешь, ты там лежишь. Работаем, делаем эту. Пришел друг хороший, помогай. У нас сломалась вот такая вот рубилка, которая рубит еду, которая попадает в раковину. И мы купили вот такую новую рубилку. Ага. Мужчины работают сегодня. А то мы посуду мыли, как в стародревние времена. Ну, как у бабушки в деревне. Так, Ангелина у нас моет посуду старым, хорошим методом, как в деревне. В тазике там моет, в другом тазике полощет. Маргарита тоже хочет так делать. У нас сломалась в раковине такая дробилка, поэтому мы раковину разобрали. И теперь так пару дней без вот так будем мыть посуду. Так, ну что, все проверили,
Теперь все работает. Леша говорит, работает как новенькая. Слава Богу. А дети на улице разрисовывают все мелом. Бабушка Лена в гости заехала. Да, бабушка Лена вот нас приехала навестить. Вот. Очень приятно было увидеться с мамой, бабушкой Леной. А тут буквально через несколько деньков приехала другая бабушка, то есть моя мама Лиза, мой брат с женой и с девочками. Рома сразу поехал косить траву. Кэти занырнула в воду. Сегодня у нас жарко. Надо посмотреть, сколько на термометре. Кэти! Ну ничего, скоро у нас откроется уже бассейн. Так, сейчас у нас на градуснике показывает 24 по Цельсию, 70, что там такое, 75 по Фаренгейту. Это очень хорошая погода. Сегодня влажность не сильная. К нам приехали гости. Приехал мой брат с женой, приехала мама. И они где-то там, наверное, на байдарках. О, мама вон плывет на байдарке. Мама не любит, когда ее снимают, поэтому я так издалека ее немножко сниму. Мама плывет. Накатались сегодня все, наигрались. Мама отдыхает. Девчонки-то лапаются там в воде. Давай, Ива, молодец! Накатались все на байдарках и на катамаране, и взрослые, и дети. И спасибо Роме за то, что покосил траву. А теперь мы расскажем, что нового происходит на наших каналах. На канале «Женщина, жена и мама» по просьбе многих наших подписчиков я открыла новую рубрику «Здоровье многодетной семьи». В новом видео я отвечаю на вопрос, почему трескается кожа на руках, и рассказываю, как мы с этим справляемся. И на канале «Поговорим о семье» вышло новое видео «Как сохранить мир в семье между детьми». Мы отвечали на первую часть вопроса, а это вторая часть вопроса, линки вы найдете под этим видео. Лето – это время паучков, жучков. Особенно они интересны для нашей Дженнифер. Она их ловит, изучает и потом отпускает их. Дженни, кого ты поймала? Это caterpillar. Caterpillar. Что, Софи тебе помогает? Она любит run away. Нужно, нужно ее крепко очень держать. Как она в воде? Ку-ку. Замерла. Она очень быстро бегает. Ты ее посади где-нибудь. А девчонкам всегда весело. Они сами себе придумывают игры, пообщались, и вот время прощаться. Очень приятно было увидеться с нашими родными. Большое спасибо, что вы смотрели это видео. Приходите к нам еще, подписывайтесь и приглашайте друзей. А напоследок я поставлю песню от нашей семьи. Всего хорошего, до свидания. Друзья родные, те будут с нами петь песни славы тому Отца. Вот Он небесный, где
вечно жить. Там буду Бога я вечно славить, и в свете чудно Христу служить. Слава и свети чудом Христу.